давайте сделаем шеринг. Итак, первое, как я себя чувствую? Второе, какие одна-две главные мысли попало в мою голову, красная лампочка, что вот я для себя прямо вот это выношу. И третье, что и как я применю в ближайшие дни, завтра, послезавтра. Все, чувства, как я себя чувствую, в фрустрации, в депрессии, в энергии, в интересе и так далее. Ну, давайте с кого начнем? Нет, давайте как-то начнем прям с какого-то края, чтобы было. Меня, все хорошо, я чувствую себя хорошо, интересно, я в интересе, если так. Что вынесло, потому что информации много, и много чего вынесло, и много чего интересного. Вот по системе мотивации очень интересно вынесло, что вот надо вешать там всякие вот этим обязательно займемся планированием. И что еще я должна сказать? Что применю? Это применю обязательно, да, вот эти вот мотивационные всякие. И, наверное, вот то, что вы сказали, чтобы постоянное напоминание сотруднику, что он должен делать, там, будить его от какого-то там сна, в кавычках. Вот. Ну, все, наверное, многое, что буду применять, просто надо что-то положить. Класс. Я много чего записывала себе. Мне вот, я про цели уже сказала, да, вопрос, зачем мне вот эти цели, он очень важен. Мне понравилась идея с баллами для каждой активности, там, да, рейтинг, это очень круто, да. Понравилось тоже разделение комнаты успешных брокеров и новичков. Я думаю, что, может быть, это нам тоже нужно пригодиться. Именно вот мотивация процессов, да, а не целей, тоже мне очень понравилось русское. Ну, я так тезисно для себя вспоминаю, что... Чувство, да, первое ощущение, что много что нужно дорабатывать, начиная с себя, в первую очередь. Цели полный с этим такой туман. Ну, то есть, я бы сказал, близорукость, да, то есть какие-то четкие цели на достаточно близкий период, и сложно формулировать. Я могу передать ощущение, когда я начал писать, прям дискомфорт такой, вот реальный дискомфорт, когда я стал задумываться, что дальше. То есть, непонятно, вот эти, фокусировка на ближайшие цели, она четкая, а дальше сложно. Вот это, что с чем нужно работать относительно себя. Что понравилось, это вот формулировка «сделать из меня не меня», функция лидера, да, что можно дать агенту. То есть я понимал, что сотрудничество для него должно быть выгодным, но благодаря тренингу это слово «выгодно», да, оно как-то немножко еще прорисовалось лично. Ну и планов тут действительно много что записали, и по социальной мотивации в первую очередь. Потому что по личной мы уже много что внедряем и работаем. А, еще мне понравилась вот эта вот технология SPIN, да, то есть в принципе, я понимал, что по ней, так или иначе, как вот коллега сказал, да, беседы личные проходили, но мне понравилась вот именно идея та, что там, увеличить уровень воли, да, сотрудника, то есть показать ему каким-то в моменте, да, и что из этого есть выход. То есть вот личная такая мотивация. Да. Про отца. То есть в этом ключе с сотрудником у меня не включается. То есть, такой вот инструмент, странно, я еще поработаю над ним, смотрю, почему я его не принимаю как в работе с сотрудником. А инсайты есть, во-первых, не скажу, что по полочкам, но информация столько, она вся такая, можно сказать, вкусная, да, если по метафоре. Коллектив подобрался такой, сейчас у меня состав разношерстный, и интересно все это увидеть, как это общая энергетика, я это уже чувствую, она мощная, заставляет дальше меня двигаться. И размыто, конечно, получилось, но более точно сейчас формулировать могу. Большое чувство благодарности вам, потому что я учусь давно и сама бизнес-тренер, да, пошагово ищу еще кого-то учителями, я мало кого-то воспринимаю. Это на самом деле не я молодец, а другие плохие. А просто действительно такой так подобрать инструмент в группе, четкость и видение, что нужно сделать, это, очень ценно, я за это благодарна. Спасибо. Я тоже очень благодарна. На самом деле даже не ожидала. Про тренинги я не так давно узнала Елена. И, в общем-то, я вообще люблю тренинги, да, это важно, потому что передо мной сейчас в данный момент стоит задача развития нового коллектива. То есть у нас есть офис уже, где 30 сотрудников, где мы разделили на новичков и старичков, грубо говоря, да.
А есть новое направление, где мы находимся на втором уровне, где жизнь, потому что они там месяц уже засиделись, грубо говоря, денег нет и все грустно, да? И вот там, вот все это внедрить сейчас будет очень интересно, потому что здесь мы шли долгим путем, там 2,5 года потихоньку, мощным составом сверх идей. Здесь, благодаря тем инструментам, которые получилось сегодня, это удастся сделать, ну, по крайней мере, я в это верю, а значит, так и будет, по сути, да, намного быстрее и эффективнее. Очень понравилось из пункта А в пункт Б, это прям показатель стоимости сотрудника на рынке тоже. По поводу, пересказывать вашу лекцию, спин, интересно, да, по поводу мотивации вообще, меня дух захватывает, потому что тоже и это можно делать, короче, мне надо уже действовать, это внедрять, настрой на победу колоссальный, и еще большое спасибо, вот все-таки Сергиев Посад небольшой город, и с агентствами другими мы уже давно себя не сравниваем, потому что они застряли, вот честно. У нас там есть и разные представители крупных компаний, но в то же время нам нечему не поучиться, да? А вот здесь мы сейчас обмениваемся опытом, я понимаю, что компания шла своим путем, при этом как-то она была в ритме, в общем, в целом. Очень интересно. И я всех благодарю за то, что вы мне показали разные стороны, новые какие-то идеи. Алексей, я вас благодарю отдельно и очень сильно, да, даже хочу вам попробовать. Да, мы еще не совсем приземлились, но уже. Я в частности заряжен так же, как и остальные, много интересных новых идей. В частности, если посмотреть, то получается вы и мы приехали сюда парно. Это показывает сильный момент, то, что все хотят развиваться. Да, развиваться в одном направлении, значит, то, что изучает кто-то один, хочется, чтобы у другой тоже точно так же двигался к цели, к общей цели, соответственно. Мотивация социальная оказалась интересной темой. В первую очередь баллы, с ними можно баловаться как угодно, там, вплоть до вычисления, что по KPI, где нужно что подкачивать, либо вообще суммарно. Театральные постановки различные, которые стоит проигрывать с людьми. Тут с Сергеем обсудили, что лучше применить и новичков, и старичков, чтобы они все вместе, чтобы те видели, как работают старые, но тем самым группа, допустим, старая, не портила ту самую театральную постановку. Что еще? Какие новые ролики? Вот это точно нужно будет сделать, нужно будет посмотреть, что на сайте. На сайте, я так не понял, это в открытом доступе, или за это платить, нужно что-то как-то регистрироваться. Зарегистрироваться? Сайт – это выстроенная система обучения. Вы туда зайдите, зарегистрируйтесь, скиньте… там заявка на другой сайт. Понять вот этот пример, как это улучшало другое агентство, допустим, и точно так же показывает свои видеоролики. Вот. Конкретно вам огромная благодарность. Да. Здесь сильно. Мы с учетом того, что прилетели издалека, так скажем, было некоторое волнение, что получим ли что-то полезное. Ну, реально есть что внедрить. Да. Вот. Я тоже думаю, наши ребята приехали с перемены. Рисковали. Все. Да, я вот, значит, от себя добавлю, что вы спросили, что будем применять точно, в первую очередь. То есть вот эта технология спин. То есть я думаю, прежде чем сейчас какие-то общие глобальные такие прям вопросы там, картины весить какие-то, да, мне кажется, проще сейчас с каждым все-таки агентом выбрать время, найти это время сейчас, вот как в этой суповке, найти это время, чтобы с каждым из них поговорить. Указать на его там, еще раз, на его боль, да. Чтобы он сам каждый осознал, зачем он здесь находится, что может и одновременно с этим показать, что ты можешь вырасти, ты можешь быть круче, чем сейчас. Так хотя бы поговорить с каждым, можно понять, кто все-таки, реакция же какая-то у каждого своя. Так хотя бы будет понятно, на кого мне сейчас все-таки тратить время, да. А на кого пока лучше не тратить и лучше найти новых, потратить и силы нового.
Ага. Вот. Декомпозиция цели с каждым сделать. И вот из меня сделать для меня. То есть вот, эта роль все-таки, я сюда пришел, чтобы все-таки понять, что это там будет. Даже у вас там было, что зачем ты нужен риэлтор? Ты-то что делаешь? Да. Просто смотришь, как он работает, что-то подсказываешь, что ты делаешь. С ним вместе это рутиной занимаешься? Ну да, опытным, да. С ним эти же встречи проводишь, что ты делаешь? Все роль в чем заключается. Вот это самое, мне кажется, основное и главное, что я все-таки понял, что надо делать дальше. Круто. Ну что, супер.